Привет! Я вам сегодня расскажу про плоды жимолости. Есть вот такие двойные плоды, есть вот такие большие. Они бывают сладкие, бывают кисло-сладкие, а бывают кислые. Кислые, они когда недоспелые. В них много витаминов. Это кальций, калий, магний, йод. А еще там есть полезные вещества. Глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза. Они растут весной. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Пока.